Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как оплатить налоги и задолженности через приложение Сбербанк прямо с мобильного телефона. Мы уже находимся в Сбербанке. Нам нужно нажать на карту, с которой мы будем совершать оплату. У меня это Visa Classic. Далее «Оплатить или перевести». Спускаемся ниже. Переходим в раздел «Государство». Здесь есть как раз-таки налоги вверху, в самом, да? И здесь оплата налогов для юридических лиц, поиск просроченных налогов по ИНН. То есть для физлиц вы можете просто вот здесь ввести свой ИНН и найти налоговые задолженности, если они у вас есть. Ну или здесь заполнить БИК банка, расчетный счет получателя, КБК, ИНН налогового органа, для того, чтобы тоже найти и оплатить налоги. Ну, соответственно, вот так легко можно оплатить налоги в приложении Сбербанка. Также всегда можете воспользоваться оплатой по QR-коду, которая находится вот здесь. Оплатить по QR или штрих-коду, навести камеру на QR или штрих-код, и автоматически у вас все данные подгрузятся и заполнятся. Спасибо за просмотр. Если видео оказалось полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на этот канал. Всего вам хорошего. Пока.